Вот, отлично, спасибо огромное, что ты разрешила нам заглянуть в твои мастерские. Это называется Fluid Art, Fluid Acrylics. Это очень популярно сейчас всюду, и в России, и здесь, в Америке. Этому достаточно просто научиться, начиная с простых техник и потом перейти к более сложным. И делать это, выполнять в разных цветовых решениях, давай, в разных композициях. Я подержу, можно? Я подержу вот эту работу, а ты можешь показать еще. И мы можем даже на сравнение поработать. Опять же, значит, в любых цветовых решениях, разных техниках, если вы хотите украсить свой дом, то это такое do-it-yourself решение. Да. Под настроение, да? То есть, если это лето, мы можем повесить что-нибудь поярче. Они очень хорошо ведут себя на улице. Если это покрыть специальным покрытием. Давай-ка я буду. Я держу, например, эти. То есть, это можно использовать, например, для оформления улицы? Да, конечно. На патио? Да. Ой, как интересно. Да, очень. Да. В любых цветовых решениях, как я уже сказала, выберите свои любимые цвета. И сделайте что-то такое, что вас будет радовать, на что вы смотрите каждый день с удовольствием. Я сейчас работаю над серией подносов. Это еще не закончено. То есть это будет такой поднос, ярко, на котором будут ручки. И это будет украшение там для любого стола, если, скажем, это ваша цветовая гамма. Да. Кому-то это подходит, кому-то это нет, кому-то нравится, кому-то нет. Это как в любом виде искусства. Мне нравятся краски. Здесь даже есть краски, которые так поблескивают. Краски покрасили, это зависит от того, что ты добавляешь, как ты покроешь. Да. Здесь еще нету заключительного покрытия, которое и покажет весь этот блеск. Наверное, вот может быть, я даже не знаю, как, может быть, ниже, чтобы свет попал. А знаешь, вот держи, а я возьму камеру и сниму близко. Переплетение разных цветов, можно работать над композицией и сделать ее такой, которая вам нравится. И сочетание цветов, то эту картину можно представить как вертикально, так и горизонтально. Красота! Это должно быть на стене. Вот, например, вот это верх стола. Небольшой столик, который я взяла и покрасила вот в те цвета, которые я хотела. И сейчас мы покажем, как это будет выглядеть, когда мы вставим это в основу стола. Вот наш стола. И столик превращается вот такими очень простыми движениями. Вот такой очень элегантный придиванный столик. И мы можем его сравнить вот со стеклянным, который прозрачный, пожалуйста. И вот прозрачный стеклянный. Да, то есть если подходит более такой, если у вас достаточно много других цветов, вы хотите более нейтральный вид, то не нужно, конечно, ничего красить. Если вы хотите перенести цвет, то вы можете сами изменить цвет. Очень интересное решение, спасибо.